Алло, Дарин. Как дела? Так, я весь день хату драила, поэтому давай сразу по существу. Есть новости. Но? Я замуж выхожу. Так, мне еще полы мыть. Ты серьезно, мне предложение сделали? Кто? Марлон Брандо, блядь, ты его не знаешь, Фёров. Алина? Она самая. Член Святого Валентина. У тебя рекорд в отношениях какой? Какая нахуй разница, это другое. Месяц хуем, а ты мне про замужество. Слушай, а как же любовь-морковь, там за недельку, да, у вас все образовалось? Мы нашли друг друга, у нас любовь большая. Да, вот так. Извините. Алло, слышишь? Слышишь. А ты пиздишь, как дышишь. Алина, я ж тебя знаю. Тебя главное кормить, ебать и на лицо сажать. Порадуйся, можешь заподать? Давай сделаем так. Я тебе сейчас денежку на карту отправлю. Смотайся на базар. Купи себе мозги. Куриные хотя бы. Я тебя умоляю, Алина. Ну, если честно, заебалась я одна ходить уже. Что горяешь? Алина, ты одна-то хоть бываешь? Ой, не начинай, а. Ладно, хрен с тобой. Он-то что, неделю тебя знает, замуж зовёт сразу. Решительный молодой человек называется. Это не решительный называется. Это тупой называется. Или слепой.